Саш, вы находитесь в Лас-Вегасе, все, весь свет на вас, все внимание на вас. Чувствуете волнение от того, что один день остался до начала финала Кубка Стэнли? Ну нет, наоборот, поскорее бы началась серия, поскорее бы мы начали игру. И для нас самое главное – это игра, а не вот, все шоу, потому что все шоу останется, еще все впереди. Вы в этом сезоне превратились в как никогда командного игрока. Вот можете рассказать, как произошла эта трансформация, вот когда вот это вот случилось? Я не знаю. Я как играл, так и играю. Барри Трос говорил, что он встретился с вами в России в межсезонье и посоветовал что-то. И вы после этого вот какие-то детали привнесли в свою игру. Вот, например, Дайню Зубрус сказал, что вы перестали кружить по своей зоне и перед тем, как войти в среднюю зону, чтобы набрать скорость. Ну, как-то сразу пытаетесь это сделать. Я, опять же, говорю, я играю, как я играю. Здесь, если они так говорят, значит, так и есть. А какое влияние на вашу игру и вообще на результат Вашингтона принесло то, что вы играете с Женей Кузнецовым и то, вот, как он поднялся в этом сезоне? Ну, мы играем хорошо. Сейчас, опять же, мы не будем говорить то, что как мы играем. У нас осталось 7 игр, да, и мы будем уже говорить, кто как сыграл после этих 7 игр. А сейчас что говорить, кто как сыграл. Все играют на результат, поэтому... Будем бороться, будем биться, будем стараться победить. Удалось посмотреть Вегас? Может быть, заметил что-нибудь, как они, что они себя представляют? Ну, конечно, посмотрели, как они, какая они система, как они играют в обороне, как они играют в атаке. Поэтому все то же самое, как и в первых трех раундах. Насколько приятно опять встретиться с Флауэром. Вы играли против него в Питтсбург, то есть это все равно еще Питтсбург присутствует. Флорида, Миша? Флауэр. С цветком? С цветком. Конечно, он очень хороший вратарь, да, имеет колоссальный опыт игры в финалах Кубка Стэнли, выиграл 3 раза, поэтому для нас это будет большой челлендж, большая работа заставить его, можно сказать, переживать, нервничать. И, опять же, сделаем все возможное. Можно ли это использовать как дополнительную мотивацию? Остался последний человек из Питтсбурга. Ну, не то что мотивация. Здесь уже, я думаю, надо Питтсбург убрать, потому что мы играем против Вегаса. Он играет за Вегас. Да. Здесь для нас самое главное выиграть. А остальное уже как, каким образом, уже... Никого не волнует. Не будет преувеличением сказать, что, наверное, практически все хоккейные болельщики в России сейчас переживают за Вашингтон, за вас. Чувствуете эту поддержку? Ну, конечно. Все звонят, все переживают, все поддерживают, все желают удачи. Спасибо вам огромное. А кто из известных ярких личностей вот уже желал вам удачи? Ну, то я не буду кого-то, опять же, выделять, кто-то мне позвонил, кто мне написал. Все переживают, все поддерживают.